комдив. Да. Товарищ комдив. Полковник Белобородов командовал 78-й дивизией, которая встала на пути Битриха. Командующий фронтом. Прибыли командующий фронтом и командующий армией. Товарищ командующий. Почему спать залегли? Виноват, товарищ командующий. Не помню, когда последний раз спал. А через полтора часа атака, будь она неладна. Доложите обстановку. Виноват. Еще Суворов не велел солдатам спать обувшись. Каким временем располагается? 40 минут на сначала главное. Ну как же, самое главное. А если минуток 20 накинете, мы и пельмешков сибирских успеем отведать. Есть сначала самое главное. Вчера перед правым флангом дивизии против Дедовска появились танки. Предположительно, свежая танковая дивизия. Что значит предположительно? У вас есть пленные? Нет, есть документы убитого. Вы мне не верите, товарищ генерал армии? Мне не верит. Нужен пленный. Дальше. Позавчера 40-й полк сдал Селиванихову. Ночью вернул. Вчера снова сдал. Вот сегодня в 3:00. Опять будем ее брать. На что им сдалась Селиваниха? Там и домов-то целых не осталось. Им Москва нужна, а не Селиваниха. А кто же им отдаст Москву-то? Набаловались там в своих Европах. Сравнили тоже. Я извиняюсь, Селиваниха. Слышь, земляк! Земляк! Немец-то далеко отсюда. Сюда километру 15. А тут ближе. Ему 15 верст, ерунда. Час езды. Езды. Ты что ж думаешь, он здесь ездит, как у себя на штрассе, что ли? Чего думать-то? Бои под Крюком идут. От Москвы по железной дороге 4-я зона. Состав полка атакующего Селиваниху. 550 штыков. Мало. Потери за 20 дней боев больше половины состава. Всех в лицо помню. По фамилии нет. А в лицо всех. Стой, кто идет! Свои! Свои. Кто же это? Белды, ты что ли? Я! Серега, ты? А то кто же? Товарищ комдив. Товарищ комдив. Тебя, Фанасий Павлович? Разрешите. Жду разведку. Послал за языком. Идите. Хитрован. Робким прикидывается. Сибиряк. Опять Белдай отличился. Я. Я у Сибирин, я. Сибиряк, Сибиряк. Товарищ полковник, в кармане нашли. Надо. Что ж ты, сукин сын, награды в карманах носишь? Что у вас за порядки в вашей хваленой немецкой армии? Визу орден ин деташ. Was soll ich mit diesem Zeug hier? Ich brauche ein Hemd. Ohne Läuse. Он говорит не до побрякушек, меняет на рубаху без вшей. Действительно. Не тот фашист пошел, не тот. Скучные, вшивые. Да, я. Что ж вы меня перед командующим без ножа режете? Не могли обмести? Вазов, где веник? Где он там? Давай книжку. Из Европы и с овшами. Ай-яй-яй-яй-яй! Вшивая армия, факт знаменательный. Занесите это в журнал боевых действий. Историкам пригодится. Выдыхается фашист, выдыхается. Сам не выдохнется, не надейся. Разведчик представить к награде. Слушаюсь. После допроса протокол немедленно в штаб фронта. Слушаюсь, товарищ командующий. Товарищ генерал, в лесу я видел желтые танки. Ты что, Белды, тебе показалось, белые они. Луна цвет искажает. Нет, желтые. Желтые, говоришь? А ну-ка спроси его, желтые это не от Ромеля из Африки?
Gelbepanzer von Rommel aus Afrika. Jawohl, aus Afrika, von Rommel. Hier kann man nicht zum Spritzen. Wir sollten Moskau nehmen. Так точно. Не успели перекрасить для решающего наступления на Москву. Jawohl, nach Dedowsk und Moskau. Такая аккуратная нация, и во всем у них орнутка. А перекрасить не успели. Кулачок приготовили для Дедовска. Железный. Ну что ж, не ревизором я к тебе приехал. Передаю ваше распоряжение 17-ю и 146-ю танковой бригады. Товарищ генерал армии, а пехота? Пехоту? Ну и бригаду стрелковую полковника Засмолина. Все. Основной твой резерв, твой маневр, сибиряк. Понял? Штаб армии просит командарма. Я. Вас понял. Сдали Каменку немцы, прорвались в Крюково, товарищ командующий. Едем отбивать Крюково. Селиваника Селиваникой, а за Дедовск будешь отвечать головой.